С СТС весело, потому что мы умеем наслаждаться жизнью. Цените каждое мгновение, и тогда будет больше поводов для улыбок. Наш новый конкурс, кстати, отличный повод. В честь своего десятилетия телеканал СТС не только дарит улыбки, но и с удовольствием принимает их в дар. Сфотографируйте или снимите на видео свою самую широкую улыбку и покажите ее нам. Присылайте фото и видеоролики на электронную почту, выкладывайте в группе ВКонтакте или приносите в редакцию по адресу Дзержинского, 39. Обязательное условие конкурса – комментарий. Напишите, почему с СТС весело. Весь июль мы будем показывать, как улыбаются наши телезрители. Сегодня очередная порция хорошего настроения. И вот вам фото, глядя на которое просто расплываешься в улыбке. Это Вероника Беседина. Комментарий к снимку «С СТС весело играть». Вот, дорогие друзья, берите пример с нашей участницы. Именно так должны выглядеть фотографии для конкурса улыбок. Следующую улыбку можно назвать загадочной. Ее хозяйка Ирина Мамонтова. Девушка написала целое стихотворение про наш канал. «Когда я смотрю канал СТС, сияет игриво мне солнце с небес. Канал, несомненно, прекрасный, он лучший. Теплом согревают улыбки ведущих. Веселье, программы смешней и смешней. Канал СТС – это кладезь друзей. Ирина, спасибо, мы рады, что у нас есть такой друг, как вы». Участница Марина Соловьева прислала на конкурс много фотографий, среди которых есть даже снимок 97-го года. Мы выбрали самые улыбчивые из них, ведь мы должны оставить время и для других участников. Большая семья Марины очень любит канал СТС, интересные фильмы, программы и любимые мультфильмы. С СТС Курск всегда весело отдыхать со своими друзьями, написала нам Елена Аникеенко. И в подтверждение прислала вот эту фотографию. На ней сразу 4 улыбки. Проявляйте фантазию, не ищите фотографии в старых альбомах. Сделайте новую специально для нашего конкурса. Чем шире улыбка и креативнее подход, тем больше шансов на победу. Марина Сотникова прислала на конкурс 2 фотографии. С СТС весело пить чай с печеньками, говорит Марина, и советует всем. Если хотите прослыть человеком веселым и жизнерадостным, смотрите СТС. Семью Сотниковых в прошлом году мы назвали лучшей семьей года по версии телеканала СТС за активное участие в наших проектах. Не упустите свой шанс и вы. Становитесь лучшими. Присылайте фото и видео своих самых интересных улыбок. Ольга Леонидова прислала нам несколько фотографий сына Федора. С СТС весело купаться. После просмотра СТС гулять веселее. Мультики на СТС просто класс. Это все комментарии к фотографиям Федора, который смотрит СТС с самого рождения. Взрослей и оставайся таким же преданным зрителям. К нам на конкурс пришло вот такое письмо. С СТС весело не только людям, но и котам. И подпись «Барсик». А вот и сам Барсик. Разглядела в хищном оскале улыбку его хозяйка Полина Немченко. Следующее фото отметим особо. Видно, что снимок сделан специально для конкурса. На нем присутствует не только улыбка, но и телевизор, показывающий СТС. Улыбается нам Анна Каткова. «Аня, спасибо, мы ценим вашу работу». СТС – One Love Forever. Это цитата из письма Лилии Сапруновой. Девушка признается, что смотрит СТС каждый день. «Я узнаю обо всех мероприятиях в нашем любимом городе, о киноновинках и многом-многом другом. Оставайтесь всегда такими же яркими, позитивными и любимыми», желает нам Лилия. Спасибо большое. Екатерине Сычевой с СТС громко хохочется и энергично танцуется. Мы рады, что вызываем у вас такие яркие эмоции. Имя следующей участницы – Катюня Катюня. Она выложила свое фото в группе ВКонтакте. Она написала: «Когда я прихожу вечером домой и включаю СТС, ловлю большой позитив. Катюня, спасибо. Мы надеемся, что будем вызывать у всех телезрителей такие позитивные эмоции». Генеральный спонсор нашего проекта – ООО «Колобок». В сети супермаркетов детских товаров «Дочки, сыночки» распродажи на весь ассортимент. Скидки до 70%. Спешите делиться с нами своими улыбками. Мы принимаем фотографии и видеоролики до 19 июля. Улыбнитесь, вас снимает СТС. До встречи!